2 июня двери Сухумского открытого института вновь открылись после ограничительных мер, предпринятых в связи с угрозой распространения коронавируса. Начало лета – пора выпускных экзаменов, которые, несмотря на все сложности, состоятся в САИ в рамках ежегодных сроков. После вынужденного двухмесячного перерыва в связи с коронавирусом мы сегодня проводим государственные экзамены на всех 5 наших специальностях. Всего 84 выпускников в этом году будут сдавать госэкзамены. Причем госэкзамен – это государственная аттестационная комиссия. Значит, мы по всем специальностям, выпускаемым нашим вузом, созданы специальные государственные аттестационные комиссии. Темы дипломных студенты последних курсов закрепили за собой еще в декабре прошлого года. У них было больше 3 месяцев на подготовку к защите, и поэтому проблем со сдачей возникнуть не должно. Это видно еще и по результатам предзащиты, отмечает член экзаменационной комиссии, старший преподаватель вуза Аида Ашуба. У нас сегодня идет первый экзамен. Сдают его юристы. Они к этому готовились давно. Мы связывались с ними из-за этой нашей пандемии по телефону. Все вопросы обсуждались, встречались, естественно, по онлайн. Все студенты готовы, и они это давно ждали, и сегодня такой волнительный день. Во все времена было актуально выражение «учеба всему голова», а сегодня на первое место выходит безопасность. В фойе института организовали своеобразный медпункт. Согласно правилам, в здание вуза можно попасть только в защитной маске и после использования антисептика. В аудитории во время сдачи экзаменов студенты сидят с соблюдением социальной дистанции и даже отвечают по билетам, не снимая маски. Волнения присутствуют, но если есть уверенность в знаниях, ничего не может сбить с толку, говорят сами ребята. В принципе, это полугодие у нас не было занятий, мы готовились к дипломной работе, к экзаменам. Единственное, что нам перенесли экзамены, это единственный момент, который был в моей подготовке. А так еще был вопрос о том, что может быть отменят, может быть перенесут. Это тоже некоторое волнение было для меня лично. Мы учились до декабря. После декабря нам было предоставлено время по написанию дипломной работы. За это время практически у меня уже дипломная работа была готова, и после уже появился этот коронавирус. Если выпускники все успели, то подобное нельзя сказать о студентах промежуточных курсов. По причине карантина более 2 месяцев не было занятий. Руководство вуза приняло решение организовать лекции летом, чтобы восполнить пробелы и лишь потом провести экзамены. Что касается приемной комиссии, то она начинается в САИ с 1 июля. 1 июля мы начинаем принимать заявление от абитуриентов. С 20 июля до 1 августа мы проводим вступительные экзамены. А в августе мы, наверное, еще и август будем работать там до числа, пока мы все это не утрясем, не сделаем. Тогда, если даже будет такая необходимость, если там кому-то надо что-то дочитать, досказать, дописать, то мы намерены, у нас уже есть такое решение, что и в августе мы можем кое-что доработать. Сухумский открытый институт предлагает образование по 5 специальностям. В этом году принять на обучение планируется около 100 человек. Амелия Бисмарк, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.